Сенсационное открытие, друзья. Нашли еще один Стоунхендж. Не хуже предыдущего. Причем нашли совсем недалеко от оригинального, в 3 километрах от того самого каменного Стоунхенджа, нашли гигантский деревянный круг столбов. Круг диаметром 0,5 километра, правда, так и не был достроен. Спустя несколько лет после начала строительства что-то произошло, и строительство прекратили. В итоге даже ямы, которые были вырыты, из них вырвали вот эти деревянные столбы и засыпали обломками мела. Еще и бросили туда лопату, как объясняют ученые, в знак ознаменования конца строительства.